На протяжении 2 дней около 100 молодых людей смогут принять участие в фестивале, организованном туристским клубом Казанского федерального университета «Альтер-Эго». Проект реализован на средства гранта Всероссийского конкурса молодежных проектов среди физических лиц от Федерального агентства по делам молодежи «Росмолодежь». Данный проект реализовывается при поддержке Федерального агентства по делам молодежи. И конкретно данный проект поддерживается, получил поддержку на конкурсе проектов среди физических лиц. Турфест «Альтер-Эго» пройдет в живописном лесу на берегу реки Илеть. Грантовые средства в размере 518 тысяч рублей будут направлены на транспортные услуги для участников, приобретение необходимого оборудования и снаряжения для проведения фестиваля, а также полиграфическую и сувенирную продукцию. Как мы все знаем, большинство молодежи любит город, но и тоже важно побывать на природе, пообщаться со своими сверстниками, возможно, отвлечься от гаджетов и побыть на природе, почувствовать ее дух и какие-то навыки получить, самое важное. Потому что эти навыки потом... Они лягут в базу этих молодых ребят, и они смогут и дальше продвигать этот спортивный туризм, говорить, как это круто. Турфест состоится 24-25 сентября в кругу единомышленников. Ребята будут ночевать в палатках в лесу, готовить на костре, проходить различные туристские этапы, развивать свои навыки по теме автономного нахождения в дикой природе и просто активничать 2 дня. И мы решили с нашими активистами нашего клуба подать заявку, участвовать в этом конкурсе, получить поддержку на проведение интересного туристического фестиваля. Он нацелен на популяризацию активного вида отдыха и развитие спортивного туризма среди молодежи. То есть наша целевая аудитория как раз подходит к нам. Это ребята старше 18 лет, студенты. Всего участниками слета смогут стать 100 человек из Казани, достигнувшие 18-летнего возраста. Среди участников организаторы будут особо рады видеть студентов Казанского федерального университета. Для зарегистрированных участников запланирован цикл обучающих семинаров. Будущие путешественники смогут получить базовые знания по спортивному туризму и природной среде, в которой они будут находиться. Амир Ахтямов, Фарид Захидоглы, Универньюз.